Всем доброе утро. Расскажу немного о сегодняшней ночи. Ночь была сегодня очень тревожная, так чтобы это было немножко смягчающее обстоятельство. Буду пока рассказывать на фоне цветочков. Ночь была тревожная, было несколько раз объявлена воздушная тревога. Ближе к 5 часам утра уже были взрывы, полночи не спали. Ну, такая, в общем, тревожная и неспокойная была ночь. Но все это, конечно же, нам, вернее, мне и моей и семье нашей не помешало начать приготовление утром к дню рождения дочери. Ну, выходи! А вот и сама именинница, которая не хочет показываться. Выходи! Давай, ты смотри на меня, пожалуйста. Как будто бы сделай вид, как будто бы ты счастлива. С днем рождения тебя! Спасибо. Где ты идешь? Я иду украшать. Кого? Где будем сидеть? Беседку? Беседку. Ну, пойдем. Такой у нас сегодня день с Ладуськой. Подготавливаемся, да, к приему гостей. Да. Да? Сколько тебе исполнилось? 15. Сколько? 15. Да ты что? Ты взрослая? Да. Да? Будем готовить пиццу по маминому рецепту. Нам понадобится мука. Приблизительное ее количество 3 стакана. Почему приблизительно? Потому что я не могу точно сказать сколько. Потому что все зависит от сорта муки, от ее клейковины. Нужно смотреть, каким получается само тесто. Мягким оно должно получиться и эластичным. 1 столовая ложка сахара понадобится. Половина чайной ложки соли, дрожжи. Подсолнечное масло и 300 грамм теплой воды. Воду выливаем в емкость, в которой будем замешивать тесто. Высыпаем дрожжи и добавляем сахар. Перемешиваем и оставляем на 3 минуты, чтобы разошлись дрожжи. Добавляем соль и начинаем замешивать тесто. Высыпаем половину муки, перемешиваем, добавляем по чуть-чуть половину остатка муки.
Замесив тесто, добавляем 1 столовую ложку подсолнечного масла. Еще раз хорошо вымешиваем, а после обмазываем тесто небольшим количеством подсолнечного масла. Получившееся тесто накрываем полотенчиком и отставляем, чтобы немножко подошло. Начинка у меня будет колбаса вареная, нарезанная кубиками, колбаса сервелат полукольцами, помидор полукольцами, петрушка мелко нарезанная, лук полукольцами, кетчуп смешанный с майонезом, сыр. Тесто готово, начинаем формировать пиццу. Противень смазываем подсолнечным маслом, руки тоже слегка подсолнечным маслом, тогда тесто формируется лучше. Получив нужную нам форму, смазываем кетчунезом. Следующий слой – колбаса. Лук нужно слегка помять, чтобы он был мягче. Сыр, тонкой паутинкой майонез для сочности и помидоры. Ревущая пицца вот такая получилась, но она, конечно, не только красивая, еще и вкусная. А это вот остался начинка, и ее положили на хлеб и все это запекли. В общем, такие горячие бутерброды, чтобы не пропала начинка. Ну и вот как сама такая пицца. Еще у меня по меню бананы в шоколаде на десерт. На десерт вообще у нас торт, персики и вот бананы. Банан разрезала на 3 части, одела на шпажку, предварительно растопила шоколад на водяной бане и измельчила жареные орешки. Обливаю банан шоколадом по кругу и обмакиваю в орешках. Хотела поставить в чашку, но банан перевешивает, все падает и капает, поэтому положила на тарелочку и, залив все бананы, отправляю в холодильник. Накрываем на стол, показываю здесь, чтобы не смущать там никого, они кричат, не надо нас снимать. Так, это получился рулетик. Вот такой вот яркий, красивый. Это нарезка колбаса, сыр. Это
канапешки, сыр, огурец и рыбка красная. Так, сейчас перейду на другой стол. Это такие котлетки в вафельках. Получились очень сочные, вообще классные, суперские. Это вот наш упрощенный рецепт. Мы его делаем, салат такой. Обычно его делают жареным луком или еще жареными грибами. Но нам больше нравится просто филе отварное куриное и ананас, консервированный в банке. Ну и пицца. На день рождения были приглашены девочки. Ну, так спонтанно получилось, что пришли мальчики. В общем, мальчики подарили букет. Я не могу, мы умираем с этого букета. В общем, вот такой вот полевые цветы, одуванчик полевой. Дети ушли, день рождения закончилось. Ушли дальше гулять. Мальчикам срочно захотелось на пруд. Сегодня, правда, очень такой жаркий день был, но это второй день, он уже такой жаркий. До этого было прохладно, но такие, ну, жаркие, но более-менее. А сегодня прям вот это вот после дождей, у нас всю неделю шли дожди, и после дождей просто невыносимая парилка. И температура воздуха еще высокая, как бы не только парит, но еще и жарит. В общем, со всех сторон обдувает небольшой ветерочек, но он только как бы он не охлаждал этот ветерочек. Все прошло хорошо, танцевали, пели. Тузик, что ты там лазишь? Танцевали, пели, в общем, так день хорошо прошел. Вот, и ну и ушли. Я помыла, поубирала все везде. Здесь они сидели, повыносили все на кухню и поубирали. И вот вышла попить чай. У меня зеленый чай и кусочек тортика. Торт покупала, называется «Космос». Был раньше там такой, у нас есть сладкий магазин, называется. И там вот только сладости, только конфеты, печенье и торты. Торты, торты, как они там правильно говорятся. И там вот у них все вкусные бисквиты, ну, в общем, такие. А вот коричневые очень редко привозили. И это я пришла, и он есть в наличии. Думаю, все, возьму коричневый. И хорошо, что взяла такой был поменьше, а я взяла такой побольше. Ну, не совсем большой, но побольше. Думаю, еще мы поедим. Ну, кстати, нам тоже вот осталось. И хорошо, потому что мальчики, как бы, как сказать, ну, не приглашены были, но они дружат и как бы решили просто сами от себя прийти наведываться. В общем, Тузик, а ну, пусть отсюда! Собираешь, ходишь. Девочек было 5 и 7 мальчиков пришло, в общем, 12 человек, как уходили по улице, как будто табор уходит в небо. Такие вообще все чудные. В общем, все хорошо. Главное, что весело для детей в этих буднях, в этой войне. Главное, что детям весело. Потому что если еще и дети будут сидеть и париться над этим, то как бы у детей все равно детство должно проходить. Пусть они взрослые дети, пусть они подростки, но у всех должно детство проходить веселым, как бы, чтобы было что вспомнить. В самом начале войны так ходили такие очень частые за гуманитаркой. Ну и дети там бегают годика по 3, по 4, и вот стоят в очереди женщины и возмущаются. Что вы так веселитесь? На улице война. Ну, а как? Ну, а как не веселиться? Это же дети. Ну, что им еще делать, если не веселиться? И они что там понимают, что, ну, страшно там в какой-то момент, там, когда там самолеты летали, когда бомбили, было страшно. Но побыло страшно детям. И как бы и все. И они забыли, мама, папа живы, значит, все хорошо. А так, что детям делать еще?
общем, такой денечек у меня сегодня. Буду прощаться на этом. Спасибо, что пишете комментарии. Это очень приятно. Обратная связь. Это видно, что люди живут, как бы на этом канале смотрят. Это приятно, это хорошо, за это спасибо. Ну, как я уже так думала, просят все, подписывайтесь, ставьте лайки. Если вам нравится, то ставьте лайки. Если не нравится, ставьте дизлайки. Ну, как бы это такое дело. Если вы никогда не ставите лайки, дизлайки, ну, не ставьте. Смотрите, комментируйте, кто комментирует. Большое вам спасибо. Всем пока.